Вот мы говорим, например, очень много про демократию, да? Я вот слушаю, включаю, если включаю телевизор или он включен, я прохожу мимо, и все время там, значит, про демократию. Про, так вот, забыли, правда, что Аристотель придумал само название, да? Какие смыслы туда вложил. А правила очень простые демократического государства, да? Или сообщества. Общество. Первое. Ты должен иметь в собственности землю и недвижимость. Раз. Да? Условия того, что ты как бы можешь быть в демократии. Второе. Ты должен иметь личное оружие и владеть этим личным оружием. Это второе правило демократии. И третье. Ты вправе применить это оружие для защиты собственной территории, имущества и жизни. И традиции, убеждений, взглядов и так далее. Три простых базовых кирпича. Которые как-то так раз, куда-то сначала в угол, под стол, там, в окошко, и все, их уже нет. И мы обсуждаем. Мы с одной стороны, хотим демократическое, с другой стороны, закона об оружии так и нет. И он так опасен для общества. Да, но только вот все грани опасности уже давно имеют это оружие, да, и так далее. А уж применить это, да, или уж там соблюдать, не знаю, там... Давайте уже что-то. Или права человека, да, или, значит, конституция, или там гражданское право, уголовный кодекс, который как-то что-то вразрез. Да? И вот это вот отсутствие порядка – это непорядочность. Да?